начинается наше небольшое приключение. Мы едем неизвестно куда, но по плану заехать в Лас-Пальмас, посмотреть район Вегетто, старый город. Взяли машину на прокат. Очень надеемся, что будет прекрасное путешествие. My love, are you happy? Yeah, happy. We are happy.
забрались на самую большую вершину в городе Арквинеквин. Это было очень страшно, потому что там фактически не было дороги, и было все в камнях. И это был серпантин. Я думаю, что я потеряла все последние нервные клетки. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим. Арквинеквин сверху. Почти нет растительности. Нашли дорожку, тропиночку. Довольно симпатично. А внизу вот так. Для людей, которые боятся высоты, очень красиво, но немножко страшно. Муж убежал вперед. Испуганный человек. Это я. Люди сделали что-то наподобие японского сада с камнями. Посмотрите, как интересно. Значит, что-то они здесь делают. Отдыхают. Для, может быть, для людей, которые проходят мимо. Сделали дорожки, столик. Можно посидеть. Наверное, это путешественников. И вот мы идем ближе посмотреть, какой Никвинна. Вот такая красота. Здесь, с одной стороны, очень безжизненно. А с другой стороны тоже горы, горы, горы.